Ежегодная пасхальная благотворительная акция под названием «Красное яичко» стартовала в Москве в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Акция проходит в поддержку социальной деятельности обители. И в этом году она юбилейная, пятая по счету. О подробностях проведения акции узнавала наш столичный корреспондент Эльвира Гордеева. Историческое и возрожденное. Именно в этом уникальность проведения акции «Красное яичко» в Марфо-Мариинской обители Милосердия. Идея проведения акции принадлежала основательнице обители, великой княгине Елисавете Федоровне. И в те годы это было масштабным городским событием, в котором участвовали многие москвичи. Эту акцию великая княгиня проводила с 1913 по 1916 год. И в этот период средства были направлены на помощь детским трудовым артелям и детским приютам. При великой княгине акция была однодневной. Все желающие могли прийти на благотворительный базар, приобрести сувенирное красное пасхальное яйцо и, соответственно, средства они шли на благотворительность. 5 лет назад благотворительную акцию, основанную великой княгиней, решили возобновить в поддержку социальной деятельности обители. Ежегодно здесь получают помощь более 3500 человек. Действует 8 благотворительных проектов. Служба помощи нуждающимся, работа со случаем, центр семейного устройства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, патронажная служба, развивающий центр «Елизаветинский сад», детская выездная паллиативная служба, центр реабилитации для детей с ДЦП, «Елизаветинский детский дом». У прихожан, гостей монастыря, да и всех москвичей в светлые пасхальные дни есть возможность приобщиться к делам милосердия. Сегодня каждый желающий имеет возможность принять участие в акции онлайн, перейдя на официальный сайт Марфо-Мариинской обители или на ее официальные социальные сети. На сайте Марфо-Мариинской обители опубликован баннер, необходимо кликнуть по нему, и будет возможность сделать пожертвование. Также можно отправить СМС на номер 7715 со словом «обитель» и суммой пожертвования, например, «обитель 300». Ответным письмом каждый жертвователь также получит в подарок дизайнерскую пасхальную открытку. Акция «Красное яичко» продлится до 12 июня.